В этом ролике я протестировал 5 сумасшедших лайфхаков из ТикТока. Только в Майнкрафте. С помощью этих лайфхаков я научился делать свет без света. Я научился дюпать вещи. И многое всего интересного. Прямо сейчас поставьте лайк на этот ролик, поддержите видос своим лайком. Вам же не сложно на одну кнопку нажать. Подождите, ведь нужно нажать на 2 кнопки. Еще нужно нажать на кнопку подписаться. Показать как? Вот так. И давайте сыграем в игру. Посмотрите вот сюда. Это вещь из Майнкрафта. А может быть, это моб из Майнкрафта. А может быть, это вообще блок. Думайте сами, что это такое из Майнкрафта. И если вы догадаетесь, напишите ответ в комментарии. А мы начинаем. Только ни у кого не подсматривайте, сами догадывайтесь. Ага. Иногда между людьми встает вопрос, но многие просто спокойно его решают. Лень, цитата дня, просто цитата дня. Слушай, сегодня лайфхаки реально бомбовые. Вон даже житель пришел с нами тестировать будет. Да ты чё? Дурак! Владус взорвался и Лёня взорвался. Ты сам дурак! Какая бомба, блин! Бомбовые, а не бомба, Лёнь! Ничего не понимает. Давайте посмотрим первый лайфхак. Я уже все их скачал, все из ТикТока. Первый лайфхак гласит о том, что свинозомби в лаве просто так не помирает. А если у нас будет котел лавы, тогда все, ему хана. Я на самом деле в этот лайфхак не особо верю, но это же проверка лайфхаков. Лёня, айда проверять! Спасибо за вещички, спасибо. Кажется, мы как-то раз пытались проверить этот лайфхак, но были мы на очень старой версии, понимаете ли? Лава в котел не наливалась. Вот такая проблема была. Так, давайте разливаем лаву и... Ты дурак, нет, шоколадка. Подожди, как ты не сгорел сейчас? Стоять. Сюда подходи. Ты чё, в геймоде играешь? Ты чё... Ребят, вы же видели, что он сейчас не горел? Ладно, давайте спавним сюда свинозомби. Правда, он здесь не горит. Ну, конечно, он может бегать по лаве. Ёлы. Зря я, наверное, его ударил. Зря я это сделал. Чувак. Давай договоримся как-нибудь. Чувак, давай как-нибудь это, ну... Как-нибудь, ну, решим вопросик по-другому, а? Ты дурак, защити меня, Лёнь, пожалуйста. Ну, чё ты... Классно защитил, классно. Теперь мы поставим сюда котел. Зальем сюда лавы. Да. Лень, ну что ты делаешь, а, пожалуйста, давай это. Поставим сюда еще 2 котла, чтобы у нас было от чего отталкиваться. И ставим сюда. Лень. Тебе не кажется, что нас немножечко надурили? Фальшивка. Согласен. А может большой будет гореть? В смысле? Ну что это? Тебе заняться нечем. Фальшивка! Да, ребят, я думал, что это сработает, но, к сожалению, в котел лавы свинозомби засунуть не получается. Слушай, а ты отойди на 3 блока. Сейчас чекну. На 3 блока? Ну вот, смотри, 1, 2, 3. Чекнул! Леонид Андреевич решил поплавать в лаве. Чекнул. Ну, работает же! Офигенно работает, Лень. Я предлагаю смотреть следующий лайфхак. А этому лайфхаку я ставлю минус. В следующем лайфхаке нам показывают реально интересную штуку. Если мы вырыем вот такую траншею и зальем туда воду, предварительно поставив песок душ, то мы с вами сможем сделать интересную штуку. Когда кинем туда эндерперл, он начнет прыгать. Это реально очень классно. И я придумал, как уже модернизировать этот лайфхак. Лень, давай-ка сделаем срочно вот эту фиговину. Я думаю, что она сработает, но есть реально одна классная приколюха. Давай, Лень, копай. Вот, смотрите, мой рабочий на лайфхаке. Видите, все копает, все делает, вопросов лишних не задает. На канал подписан, лайки постоянно ставит и комментарии пишет. Вот именно поэтому Леня мой ассистент. Так что, ребята, возьмите себе на ум. Не все видосы смотрел. Я последний не чекал. Сегодня все чекну. Не-не-не-не-не-не, Лень, слушай, я тебе разрешаю видосы мои не смотреть. Не надо. Сейчас, подожди, Лень, секунду. Так, я от Дискорда отключился. Хотел сказать, что дело в том, что у меня на канале выходят пранки над Леней. У меня выходит, как своровать алмазы, незерит. И все это я ворую у Лени. Он не должен знать, что это все я делаю. Вы тоже в комменты не пишите. Все, я включаюсь в Дискорд. Лень, ну чё, давай лайфхак делать. Я просто паузу ставил в видео. Это, ну там, сам понимаешь... Дела неотложные были. Ты что делаешь? Это же не лайфхак. Да я это... свой лайфхак. Ты делай. Ладно, для этого я включу геймод. Песок душ мы расставляем на самый-самый нижний слой. Я поставил песок душ на 3-й слой. Ну, я думаю, от этого ничего не изменится. Дальше мы наливаем воду. Главное, что на каждый блок. На каждый. Вот так нужно разлить. Лёня! Что здесь делает эта овечка? Давай, это... Выгони ее, пожалуйста. Это не ее лайфхак. Как-нибудь давай с ней справься, пожалуйста, там. Так, проверяем. В принципе, все работает. Сами мы тут прыгаем, все нормально. Дальше разливаем воду еще вот на этот слой. Все делаем прямо как лайфхак.
вообще как лайфхаки. Бывает, с кем не бывает, ошибки бывают у всех. Лёня, ну чё ты тут за схему делаешь? Я понять не могу. Сейчас я быстренько. Все, смотри, отлично. Давай проверять этот лайфхак. Просто бросаем. Лёня. Да, можно и так, можно и так. В принципе, можно и так. Но на всякий случай меч я, конечно, возьму. Наковальню я тоже возьму. Может это... Не надо! Плиз. Ну, плиз. Надо, Лёня. Надо. Меч для Лёни. Отлично. Да, Лёня, да. Все правильно, все правильно. Ну что же, давайте проверяем. Бросаем эндержемчуг. Тарамс! Офигеть, это реально очень круто выглядит. Только что-то он не допрыгнул ни до куда. А если вот так... О! Лёнь, это круто! Сейчас я попробую прям по касательной бросить. Вот так вот. Тарамс! Тарамс! О! Офигенно! Но, ребята, на этом я не собираюсь останавливаться. Смотрите, он там долетел вроде. Крутой басик! Да, это реально. И басик крутой. И все крутое. Лёнь, давай сделаем эту траншею реально обалденно длинной. Вот до туда. Так, давай тут, короче, ускоренный момент сделаем, как мы ее копаем. О, все, Лёнь, готова, просто полоса не препятствий, причем она полностью сделана идеально. Е-бой! Так, короче, я встаю вот к этому одуванчику. Лёня, лови мой жемчуг! Та-ра-ра-ра-ра. И тут еще и прыгают жемчуги Лёни, которые он кинул сам. Ладно, они, кажется, застряли все на одном месте. Леонид Андреевич разбился в дребезги. Лёнь, ну ты поаккуратнее, будь как-нибудь. А что за фигня? Почему? Так, подожди, давай кинем как можно дальше, вот так вот. Что? Нифига себе, я заметил, как он упал в воду. Но, к сожалению, он стопится на одном месте. Да, если поставить на ним блок, он об него ударится, и мы телепортнемся. Так, сейчас, подожди, Леня, я с разбегу попробую. Та-дамс! Оп! 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 Короче, дальше он не летит. Так что вот эта моя модернизация оказалась бесполезной. Но лайфхак реально классный. Я не знаю, для чего он нужен, но, пожалуй, я поставлю ему лайк. Офигенный лайфхак, мне нравится. Следующий лайфхак нам показывает, как сделать реальную каторгу в Майнкрафте. Короче, это будет сложновато, но она реально очень круто работает. Всего лишь нужно стрельнуть по мишени. И все. Лёнь, а знаешь, я даже в курсе, кто будет ее тестировать. Да. Кто? Ну, есть один шоколадный парень. Он выглядит, знаешь, как шоколадка. О, прикольно. Да. Как я? Да, как ты. Он в красной обертке. У него два больших глаза. И рот открытый, беззубый. Прикольно. Брат, кажись. Да, Лёня, брат. Пойдем делать конструкцию. Для этого, конечно же, я включу гейммод. И будем мы ее делать во, из этого красивейшего камня. Точнее, сланца. Почему они так называются, конечно, никто не знает. Здесь у нас будет сидеть подопытный. Вот так вот мы его оградим. Оградим мы его вот таким вот образом. Смотрите, все. Дальше мы должны поднять несколько блоков вверх. Дальше мы расставляем две мишени. Конечно же, как это делается конструкция, я пока сам не знаю. Сейчас будем тестировать. Для этого мы возьмем всего лишь поршень, который мы должны расположить от где-то вот здесь. Капельник у нас будет располагаться, смотрите, ребята, и чекайте. Вот так вот, и вот так вот. А, это все, это его максимальная высота. А, не максимальная, Лёня. Все, хорош, Лёня, достаточно такого будет. Капец, выглядит это реально крипово. Ну и поршень, конечно же, надо правильно расположить, да? Ну, в принципе, разобрались. Ставим сюда блок, тарамс. Ну, в принципе, разобрались. Ставим сюда блок, и у нас срабатывает этот поршень, ребята. Все гениальное просто, понимаете? Так, дальше мы ставим сюда блок. И здесь уже у нас будут капельники. Все, они у нас как бы есть. Можно сделать их чуть-чуть побольше. Лёнь, как ты их побольше сделал? А где этот подопытный? Ну как тебе сказать, Лёнь, ты же без геймода, да? Да! Серьезно? А, ну все. Подопытный, Лёнь, ну как тебе объяснить-то? Там снизу нажатие появится. А, Лёнь, вот так вот, все, понял. Подопытный. Ну короче, смотри, нужно всего лишь стрельнуть вот в эту мишень. И все. Леонид Андреевич был пронзен обрушившимся сталактитом. Не понял? Прикольно. А кого еще? А давай, Леня. Я, в принципе, не против. Ребят, это реально очень круто выглядит. На самом деле, так можно делать какую-то казнь, например, на серверах. А можно сделать ее прям огромную. Смотрите, какой сталактит получается. Всех читеров бы сюда. Согласен, Леня? Давай, нажимаем. Дэнс.
Офигеть! Мне интересно, сколько она сносит хп. Поэтому подопытным сейчас буду я. Давайте сделаем капельник. Го тебя! Давай, Леня, на, забирай капельники. Давай, я... А, стой, 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 Леня. Сначала мне нужно немножечко зарегиниться, чтобы у меня были полные хп, Лень. Подожди немножечко. Не стреляй, и в меня не стреляй. Капец, страшно. Спасибо, спасибо. Лень, я готов. Раз, два, три. Ты что, там не попал, что ли, Леня? Испугался? Да-да-да, давай. Раз, два, три, Леня. Все. Сразу же пришибает. Офигеть. Жесткая штука, жесткая. Все хп сносит. Го, голема. О, вот это будет реально тестирование. Давай, Леня, я готов. С големом должно получиться прям очень интересно. Расставляем капельки. И давай голема, Леня. Только чур, я стреляю, я стреляю, я стреляю. Упс. Опа, готово. Запускаем фигню. Бабамс. Что-то не сработало. Он даже не покоцался нисколько. Повезло, повезло. Давай сделаем максимальный сталактит ему. И я стреляю. Ач! Все равно не подох. Не, ну голем, конечно, крепкий орешек. Но с третьего раза, так я думаю, точно сработает. Давай! Даже с третьего не сработало. Гу, чекнем еще кое-кого. Ты там, Леня, чекай, я посмотрю следующий лайфхак. Леня, ты дурак! Ты стой, убери, убери, пожалуйста, Леня! А че? Я тебе говорю, убери, пожалуйста. Лень, я тебя прошу. Я тебе задницу, Леня. Ты... С ним давайте лайфхак смотреть просто. Ну, дракон в мире и дракон с кем не бывает. Следующий лайфхак реально очень-очень странный. Если мы поставим лунтика на кувшинку, то он будет бесконечно кружиться. Угу. Дальше лайфхак уже идет интересный. Вот этот житель-странник пьет сам зелье. Что? Я вообще с этого офигел? И также он может выпить молоко. Давайте это проверим. Ну а сначала же, конечно, я должен лайфхак с лунтика проверить. Давайте-ка. Не самый, возможно, интересный лайфхак, то давайте сделаем это. Раз, два, что это? Такие прикольные! Согласен, ну, конечно, странноватые. А если их в блок поставить? Это странное существо, реально очень странное. И он потихоньку идет в воду. Все, 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 хорош! Хорош, Леня, 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 хватит, хватит нам их, пожалуйста, я тебя прошу. Давай лучше жителям проверим. Смотри! Да шо? А, они все застряли? Ладно, берем молоко и зелье невидимости. Ну что же, я на самом деле не верю в это, но давай проверяем. Мне кажется, что у него там был в видосе какой-то NPC-шка, который сам пил эту зельку. Лень. Не, бро, он пьет. Go game 0, это первое. А второе, go difficulty easy. Ну, поставили, поставили, вот, допустим. Закидываем ему зелье невидимости. Давай, чел, я очень в тебя верю. Лень. Что-то пока не идет у нас с ним дела. Давай еще попробуем. У него у самого есть зелька. Ждать надо просто. Так а что он мою-то не берет? Я же ему даю. Ну, пей, чувак, на здоровье. Ух ты, нифига себе, он сколько всего продает. Ему не нужны твои подачки. Ты уверен, Лень? Ну, подбирай, ну, пожалуйста, попей. Короче, я думаю, что это надолго. Давайте мы как сделаем. Результат мы увидим уже в следующем ролике. А чтобы следующий ролик не пропустить, подпишитесь на канал. Ведь проверка лайфхаков выходит часто. А чтобы она выходила еще чаще, поставьте лайк. Так что подписывайтесь, и вы точно следующую серию не пропустите. Присылайте свои лайфхаки в группу ВКонтакте. Это точно. А ребята, вот еще айпишник моего сервера. Заходите на него, если хотите со мной поиграть в Майнкрафт ПЕ. Увидимся в следующем ролике. Пока.